Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за кхмеров Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на 10 игроков со случайным деревом технологий социальных политик. Если вы не видели начало, то лучше перейти к нему, ссылка на первую серию есть в описании. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Я бы вот, кстати, в Вимаяпуре сейчас дострою строителей, можно прям сразу поселенцы еще начать. А, слушайте, мне бы плантации открыть, а нигде. Блин, они через орошение. Ну ладно, я тут пока этих свиней обработаю. О, очень хорошо. Очень хорошие места, мне нравится. Слушайте, а вот еще кампус. Но этот, кстати, на плюс 3 только, а тот на плюс 5. Но все равно хороший. Я просто думаю, может тогда здесь где-то город еще можно будет поставить. Так, ну в любом случае мы сюда идем поселом. Это вот хорошие места. Сверху у меня фигня полная. Здесь еще более-менее. Не, ну тут нужен, нужен строитель сначала. Может, слушайте, может мне купить его? Сколько он стоит? 105, нет. Нет, это долго. 25-й ход. И ни одного района не поставлено до сих пор. Никем. А, слушайте, да, нету ни одного района. Блин, главное, чтобы этот прачник сюда не встал. Мне же его тогда будет тяжело прогнать. Одну ГГшку всего лишь встретить. Ну, у меня вообще проблема тут с территориями, чтобы их смотреть. Так, это у нас грек тут. Ну, я как раз вот от грека, я как раз защищен. Хотя можно искать от Кри, но вот этот город будет в сторону Кри стоять не очень. Не очень. Надо вот тут еще поставить. Вот тут выглядит, что неплохие места. Вот сюда ставить. О, отлично. Ну как отлично? Блин, мне будет долго. Так, мне нужен сюда прачника вести еще этого. Защищать. Мне придется сюда встать. Скаутом и стоять. Но он может двумя прачниками меня там валить. Так. Тут давайте так глянем. Тут мы сюда возвращаемся и лечимся, стоим. 4 жителя в Анхартхоме. Замечательно. У меня ресурсов, кстати, нету на счастье все еще. Ну вот в столице, я бы обработал уже в столице, было бы нормально. А так, видите, приходится этого строителя ждать. У Кри 7 культуры. Челини, у тебя 7 культуры от ресурсов или от ГГшки? 7 культуры от монументов. То есть, ну, ты во всех городах поставил монумент, он же плюс 1 дает. Ну, нет, 2 он дает, нет? Он, по-моему, плюс 1 дает, если лояльности мало. Правильно говорит. 2 дает, если много лояльности. Да, точно, плюс 2. Кстати, вы же добрые люди. Если я пойду все-таки в науку, вы поможете мне понять, что вообще надо для науки? Давай поможем. Наука. Просто я за все время, сколько играл, я выиграл либо войной, либо культурой. Так выиграй. Я просто не представляю, что там надо для науки. Смотри, тут большинство пойдет в науку, поэтому... Да. Мне кажется, прикольнее попытаться культурой выиграть. Тут вот это тебе вряд ли кто мешать будет. Каждый раз думаю то, что пойду через науку, и никогда не получается. Ага, потому что получается у меня. Есть доходчивый способ объяснения конями. Знаешь, такое? Кто там Артемидку построил? Михаил? Михаил. Зачем Нуби Артемидка? Вот я понимаю, в пятой там было плюс к производству лучников от Артемиды.
Кстати, а кто рядом с Михаилом? Он там грозился снести соседа в начале игры. Видимо, никого нет. И что, никто не встретил Нуби еще? Ну, я не. Прикол. Тот он Артемиды строит, понятно. Значит, там договариваются, а он Артемиду строит. Ой, тут ко мне ребята приехали. Уходим. Ну, я в темный век, как видите. Сваливаюсь тут уже как бы особо без шансов на другое развитие событий. Я, кстати, тут поставлю, скорее всего, этот мне даст тоже эпоху, очки эпохи, но это немного будет. Так, а зачем тут... Блин, что-то я по культуре иду, думаю, где все. Это, оказывается, там же тоже случайно все. Ну да. Даже ни разу ветку науки. Давайте блин. Поселенца тут... Следующим и тут тоже поселенец будет. Понимаешь, один из ходов, но, блин, я отстаю, реально. Прачника. Хотя еще 4 хода. Может, все-таки еще одного сделать дуболома. Так, 3 прачника есть. Кстати, после письменности давайте стрельбу из лука. Слушайте, так я, смотрите, я здесь могу кампус этого города поставить, а этого города здесь. Точно. Так и надо. Так, предварительно сделаем. Так, здесь меняемся. Не должны мне этого прачника убить. Стоим, лечимся. Тут отходим, берем уровень. Тут обрабатываем железо. Тут пошли обрабатывать. Ну, тут свиней пофигу, откуда начинать, я так понимаю. Что нижних, что верхних можно. Так, я бы тут вышел. Тут сейчас эти ребята приедут, начнут этого обстреливать, а я в ответочку. Письменность открыта, пингало приехал, колесо и обработка железа ускорены. Смотрим, где что. Попробуй, фига себе. Так, а ты мне все поставил метки, где ты города собираешься ставить? А то как-то дед, дружба. Брат. Дед, брат, помоги. Ну вот еще здесь я думал поставить. Нет, ты там уже не успеешь, а следующим ходом ставлю город там. Чего, дед? Ладно. Ну тогда больше типа не будет в сторону. Ну для чего тебе? Эта клетка вообще-то раз, два, три, четыре, пять. Ты хоть собирался в 6 клетках от моей столицы город ставить? А я не видел, наверное. Я думал, ты левее где-то. Так, ну не должен, не должны убить. Я еще там пока не собирался, я там только да. С варварами. Блин, а вот тут... Блин, ну как он задолбали, а? Ну откуда вот они прут все? А, и он лагерь забрал этот. Ну что, надо еще... Так, ладно, тут придется отойти. Очевидно. Блин, ну и мне надо стрельбу из лука отложить, значит. Просто трындец какой-то. Вот эти откуда при... Я понимаю, те кони там им скаут сообщил, а эти откуда поприпирались? Так, все, сейчас займемся лагерем. Тут чисто производство.
Блин, слушайте, надо астрологию, мне кажется, открывать уже. Это слишком долго. Я чудо не... Мне нужен уже священное место. Нет, что? Любой... Называется край, не считается дорогой. Ну, наверное, со строителя. Или, да, со строителя. Либо на кампус будет хорошо. На 4 тебе мало, да? Ну, уже нет. Но больше-то хотелось. Да, проблемки тут у меня есть. Грек, ты как баллоне-то не нашел? Прачника. А где? Ну, у меня большие проблемы с варварами, короче. Она прям над тобой. В этой игре. Там Кри занимается исследованием. А ты в итоге-то что взял себе? Перикла или Ядвигу? Кусок увидел. Ядвигу. Так, обходим. Блин, надо было сюда становиться дуболомом и защищать рабочего. Бежим. Кстати, постою, пускай он меня обстреливает. Давайте исход евангелистов. Я думаю, что я все-таки религию возьму. Что у нас тут повели? О, пророк пошел уже у кого-то. У нескольких. А больше никто района не ставил, кстати. Ну, блин, мне нужно священное место открывать, конечно. Мне нужно... Так, военная традиция. Философия — это вообще не для нашей планеты. Блин, вот сейчас надо было... Прежде чем атаковать, надо было поставить, блин. Карточку. Так, пошли обратно. Следующих свиней обрабатывать. Давайте пока трудовую повинность потихоньку. Астрологию открыли. Сейчас надо будет смотреть. Давайте смотреть, как у нас тут со священными местами. Итак, плюс 3 вот здесь, да? В принципе, норм. Есть священное место. У этого города. Вот тут должно быть вроде... Так, плюс 3, плюс 4. Ну, это, кстати, за счет горы. А, и тут вот еще у нас тропические леса такие всякие. Ну, плюс 4 это хорошо. То есть здесь... Да блин... Ну да. Вот это поворот. Ил. Мы живем на соседних клетках. А, что, серьезно? Весело. Куда оно поставилось? Радуйся, восхищайся. Так, ладно, нахер, какие-то пошли... Видишь, в этом только хорошее. Лаги какие-то пошли. Твоя жизнь должна сиять. Ну не хочешь, как хочешь. Давай мне, мы же договаривались. Нет. В смысле, я даю тебе 30, если ты дашь больше потом. Ты промолчал. Нет. То есть того сделать больше не заключать. Я тебя просил, ты сказал, окей, я тебе возвращаю. Ты сказал, я вернешь больше. Ты не ответил. Давай 50. 50. Мы на одном континенте, брат. И что? 50 давайте, давай. А, нет. 35 могу дать. 40. Нет. 40. Да убивай его, что ты с ним торгуешься? Серьезно? Американцы на своем континенте с защитником веры? Может попробовать. А ты где? Ты очень близко со мной, что ли? Кстати, а у нас никакие чудеса света не забанены? Нет. Я тебе говорю, на одном континенте. Валера, значит, я тебе врал, когда говорил, то, что они забанили те три штуки. Кого?
там они назывались-то? Терракотова армия. И еще... Короче, которые добавляют плюс один юнит при постройке. Ну, точнее, когда ты... Инженером. И плюс один заряд инженером. Геликарнас. Ну, это когда-то давно было. Когда-то геликарнас банили, да. О, наконец-то грека встретил. О, где? А, вот. Да я твои границы уже давным-давно видел. А я туда вообще не ходил. Просто не хотел тебя встречать. Не знаю, зачем я его залочил, потом разлочил. А грех получается научный, да? Типа того. Я буду просто стоять, пускай. Этими юнитами пускай атакуют. Так, ну мне надо, наверное, сюда пращникам идти защищать. Не, давай правопроход немножко попозже, я подойду к тебе скаутом, чтобы походить. Тогда загуляй пока дружбу. Вот, тут уже недостаточно же. Да, давайте пока на производство именно. Так, еще в этом городе надо посмотреть, где священное место. Плюс 3. Плюс... Вот сюда бы я не стал, тут я город еще думаю поставить. Плюс 4. Угу. А, нет, сюда нельзя... А, блин, и сюда мне аж на реке надо ставить. Блин. Вот, вот здесь. Вау, плюс 5. Слушайте, ну тут плюс 5, может, для... Ну, я думаю, этого города будет и так. Да, вот тут надо плюс 5. Слушайте, я теперь думаю, может, и трудовую дисциплину взять? Это так нормально производство будет. Наука у меня будет, так? Так, значит, тут лечимся. Кри, ты дружбу принимаешь? Стоим тут пока. Конечно, могу забрать. Может, забрать лагерь? Давайте, наверное, заберу. Не, по идее, не должен этот убить меня. Просто боюсь, что кто-нибудь другой может его взять. Валера, объяви мне, пожалуйста, войну. Не-не-не. Это... Нет, вот спасибо, это... я не хочу. Вот это мы не используем как раз. Я бы и сам не стал. Зачем противника ускорять? Я потом тебе объявлю. Еще раз говорю, мы такое не делаем. А хочешь, мы тебе все вместе объявим войну? Нет, вы можете объявлять войну, если вы хотите реально воевать. А если чисто ускорить цивик... то нет. О, как раз следующим ходом смогу перец обработать. Господи, что это мы? Я забыл, что это. Пряности. Пряности обработать. Так, ну, мореходство мне точно надо открыть, потому что я не поставлю на побережье. Кстати, как там Англия обе? У вас есть? Или, а, или подожди, или ты взял не Англию потом? А, у тебя Америка. Америка у него, да. Помню. Англия, как у тебя... С побережьями там, с этими, с гавани, потому что я смотрю, еще ни одной гавани не построено. Нет, у меня не очень получилось, потому что в начале разговора варвара шел, но у меня заспавнилось просто очень много варваров, и мне пришлось бороться. Что, убьет, не убьет? Отстаю. А так, ну, типа нормально, но я очень кри боюсь, правда. Потому что кри мы тут соседствуем, капец. Отлично. А ты не бойся, кри. Мы с кри, тут с кри еще я соседствую и грек.
Я думаю, мы сейчас вступим. Просто немножко так, чуть-чуть совсем. А так нормально пойдет. А дружбу, ты кинь ему дружбу. Мы уже дружим. О, а вот и Нубия пришла. А кто висячие сады забрал? Вход-вход. Ну, это такой ужасный, как я, человек. Блин, не то, что там Артемида, я понимаю, там висячие сады. Кому они нужны, да? Мне не нравится, это мое любимое чудо света. Так, ну надо куда-то сюда город везти из Анхартхома, да? Ну, из Блин. Так, знаете, я пропущу ход. Пожалуй. Из Вимаяпуры сюда пойдет. Кстати, надо бы тут еще посмотреть. Люблю. Че, война, что ли? Да. Ну, не договорились. Знаешь, что жить с соседом, с которым договориться тяжело. Так. Ну, наверное, на камень надо. Что тут еще этим обрабатывать? Да, что там с торговлей у нас? Ничего. Слушайте, Грек и Кри, вы тоже оба на Лемурии, да? Фил, зачем мне это? Нет, Грек, он не на Лемурии. Я просто не представляю, что тебе надо, а мне это надо. Я просто смотрю, у Грека те же ресурсы, что... Англичанин, а ты в будущем будешь где-то здесь город ставить? Инг, пожалуй, надо так делать. Я войну могу объявить. Вот куда он пойдет, интересно? И в будущем. Англичанин, в будущем будешь? Где? Метку, нет, вот стоит на месте, тогда сюда ставим. Не должен хочу. Убить. Честно сказать, хочу. Ну, то есть, я в лесах? Ну, может быть, ты где-то на море тогда его будешь стоять? Ну, я не знаю, я, наверное, Сингапур заберу просто. Сингапур, ты будешь. Ой, я не туда, то... блин. Тогда встать мне там. Этот должен сюда идти, я забыл. Совершенно. Так, опять два коня, да господи. Да что они меня мучают, эти варвары? Я не понимаю, что я сделал? Блин, опять что ли юниты строить? Нет, тут уже надо... да, тут уже надо священное место. Я вижу, что тут плюс 4, но я рис не хочу убирать. Так, давайте трудовую повинность отложим. Инк, я надеюсь, ты же мне дашь спокойно город поставить, да? Фига себе, город утрачивает лояльность, серьезно? Ты же на озере будешь, да? Или на реке? Да. Фига себе. Что вот это поворот. На озере. Так, ну тут расти, значит, надо. Срочно. Так, 2-4. 4-2, нет, надо 2-4 быстрее вырасти. Блин, и куда этого мне ставить? Ну, его где-то тут надо ставить. Я очень удивлюсь, если он убьет меня. Ну, то есть, грубо говоря, у меня силы больше, чем у этого. А, то есть, у меня 23 против его 14. Да, ведь и убился сам об меня. Стоим, лечимся, стоим, перец добываем. Хорошо, а вот тут плохо, вот тут могут мне завалить этого. Так, сколько тут зарядов? 2. Блин, я не могу камень обработать, потому что он может захватить моего юнита. Какой-то бред просто.
Просто бред. Сколько у людей уже городов? У Нубии 3, у Греции 3, у Англии 3, у Кри 4. Ну вот, вот видно, кому варвары нифига не мешали. Так, пойдем-ка скаутом, наверное. На геотермальном поле что-то можно строить? Вообще? Нет. Ну, можно будет потом геотермальную электростанцию. Алексей, получается, пансион на эти... На джунгли, да? Да. Слушайте, на самом деле он даже может этого захватить. Давайте я пока сюда встану. Потому что у него проблемы. Он, скорее всего, будет атаковать. Так, а кто-то забрал мои реки? А вот кто-то забрал мои редкие ресурсы. Америка, предложение. Тут бы еще посмотреть. Блин, тут уже минус лояльность. Смотри, какая минус 12. Ё-моё, ну что так плохо-то, ну? Да, блин, из этих варваров я кучу производства потерял, строя юниты. И тем более еще и поубивали мне. Я откуда... Почему они спамнятся постоянно, вот эти кони долбанные? Сначала кони были две штуки, потом лучники на конях, теперь опять кони. Ну, хана этому, к сожалению. Этот его должен убить. Фу, слава богу. Так. Ладно, тогда давайте так. Так. И поселом сюда идем. Инк, ну ты, конечно, встал своим разведчиком. Лиссабон встретил. Лиссабон я не первым встретил, да? А, первым, смотрите. Не туда идешь, я его забрать хотел. Да, ну тут, конечно, куча территории, но, блин, ставить тут города для меня вообще никак. Тут нету рек, понимаете? А мне реки нужны. Блин, все равно минус по лояльности. Кто там так вырос, я не понимаю. Так, здесь я, наверное, обработаю свиней сначала, а потом пойду вырубать... А я открыл выруб, да. Я открыл выруб тропических лесов. Хорошо. Тут производство. Так, у меня денег дофига, с другой стороны. Может, мне уже рабочих покупать просто? С другой стороны, мне их пока негде покупать. То есть тут построиться. Что я вообще тут открываю? Что у меня тут стоит? Алексей, поселенцы. Подвинуть город ближе к себе не будет ли тебе безопаснее? Или, не знаю, как хочешь. Нет, мне надо именно здесь ставить. Ты планируешь напасть на меня потом? Да нет, просто это как-то... Ну, город, он как-то прям выпирает из-за гор, не знаю. Но у меня нету за горами больше места. Ты вот ты видишь мою территорию? Вот у тебя стоит тут это. Покажи мне меткой, где, по-твоему, я должен город поставить. На шоколад. Хорошо, и где мне тогда для Вимаяпуры ставить кампус? Все, видишь, как мы поговорили качественно. Ну, интересно. Так, слушайте, мне очень нужны, очевидно, губернаторы. Вот в этот город мне просто нужен губернатор. Иначе хана. Там я, конечно, с этого начну. С... Так. Тут еще три... На три хода что-то мне можно построить. Мне прям интересно, что такое Индия удумала. Давайте монумент.
Да. У меня что-то очень плохое развитие. Мне очень все это не нравится. Ну, опять же, спасибо варварам, как говорится. Меня только успокаивает, что Кри, я думаю, будет бояться других игроков, потому что, например, те же греки выглядят посильнее вот сейчас. Знаете, кстати, с Грецией дружбу объявим. Нуби, а ты что, вообще никаких ресурсов не обработал еще? Вообще ни одного ресурса нету у человека. Там есть лучники. Нет, и лучников у него нету. Зато у него есть Артемида. Говоришь, лучников нет. Вместо того, чтобы обрабатывать ресурсы, у него жители ходят в храм Артемиды и молятся там. Ну, мне надо было ставить Артемиду. У меня в округе вообще... жопа, можно так сказать. Мистицизм открыт. Ну, наверное, пока ничего не ставим. Монашество. Да, не. Монашество пока не работает здесь. Плюс 5 к боевой мощи от варваров. Так, во-первых, тут покупаем клетку. И обрабатываем. Во-вторых... Тут где-то вообще лошади бегают. С радостным гиканьем. Блин, я же хотел свиней сначала обработать. Ой, блин. Ну, пока некуда послов отправлять. А что хотят? Торговца, торговый путь. Кстати, я ж могу караван купить, по-моему, нет? А, нет, не могу. Так, давайте международный... Или давайте трудовую повинность я уже открою. Я понимаю... Хотя, блин, 2 хода до района осталось. Давайте подождем. Давайте подождем. Может, какой континент открою. У меня все равно пока не надо. То есть у меня этот губернатор раньше появится, чем я смогу его использовать. О! И Вильнюс первый встретил. Кайф. Так, ну и политическую философию я открыл, да? Хрена где политическая философия? Да. Ну, короче, мы тут надолго, я так понимаю, без... Я вот тут хочу поставить. Ну, выглядит неплохо. Ну, вообще, это, конечно... Ну, Катя, тут еще уже море сразу. Не, все равно тут хочу. Ну, какой-то слабенький город будет в плане производства. Но тут, возможно, Петра, возможно... Пирамиды возможны. А, давай еще подумаем там еще. Давайте потихоньку к этому лагерю подбираться. Вот эта война там разворачивается просто. Моя дубина! Звучит интересно. Я так понимаю, Гарго завезло с горами, да?
Да. Причем он уже построил и священные места, и театральные площади, и кампуса. Вообще, ой-ой-ой, аккуратно. Не спеши, оставь что-нибудь нам. Хорошо. Ну, вроде начинают расти города. Хотя вот здесь можно все-таки на производство переключить уже. У меня, кажется, получился кампус на плюс 4 в поле. Вау, как? Типа, ППшка, 3 района и 2 джунгли. Три района? Ты имеешь в виду 2 соседних района? Ну вот, правительственная площадь, центр города, развлекательный и ЦК. Это же на 4 будет? Ну и посмотрим. Ну да, тут ставлю. Веры мало. Так. Ну, к сожалению, вместо повышения пингалы мне придется брать какого-нибудь губера. Так, наверное, блин, я пока... это мисклик, конечно. Видите, тут остальные губернаторы очень далеко. Правительственную площадь я не строю. Так, великолепное священное место. Ну что, давайте, наверное, проект в священном месте сделаем. Уберу тут пока... Так, боевой против варваров. Может, выкуп клеток на 20% взять? Строителей. Строителей я тоже не делаю. Давайте выкуп клеток. Блин, или производство. Давайте производство попробуем. Может, быстрее будет. Да, 7. Видите, на один ход быстрее строится. Недостаточно жилья. Оракул кто-то построил. Так, еда есть, есть. Как неожиданно. Все равно идет минус по лояльности. А ну, минус 0,2. Ладно, пока это еще терпимо. Продам поселенца венгерского. А-а-а, ты такой умный. Будешь вторым, кто на меня нападет. Да. Видишь, никто тебя не любит. Действие. Так, что тут освещено? Предлагает купить. Парень, тут фигня, да? Ну, кампусу тоже никакой не будет. А, ушел. Давайте, наверное, с монумента начнем. Он все равно далеко не выйдет. Ну и ты сейчас далеко не уйдешь, будешь так выпендриваться. Ладно, давайте я, наверное, Рейну возьму здесь. Чтобы быстрее клетки выкупал этот город. Вообще я могу... У меня уже столько денег, что я, по идее, могу даже поселок покупать. Может, купить? А, нет, 400. Не могу. Что... Ну, я бы тогда строителя и потом еще строителя. То есть я следующим ходом... Давайте здесь я куплю строителя. Михаил, а еще янтарь у тебя будет? Не... Вроде нет, нет, не будет. Но зато будет соли, шоколад... Не, шоколада тут у нас у самих завались, мне кажется. Соли, кстати, тоже тут. Ну, мне все равно придется где-то в Козылкоме какой-то город поставить. Когда-нибудь. Да, грек хорош. Грек хорош.
Ну мы походу в центре карты, кстати. Так, а что с религиями? Уже католицизм взят? Блин. Вот это хорошее тоже для меня. И трудовую дисциплину уже взяли. Да. А может тут монумент купить? Ну ладно, я все равно сейчас пока сюда эту поставлю. Минус 7. Нифига себе. Ну очевидно, мне надо покупать. Блин, или лучше строителя, чтобы счастье появлялось. То есть мне надо шоколад обработать дополнительно. Нет, ладно, давайте строителя. Ну монумент. А сколько монумент стоит? 120. Он, наверное, быстрее построится, чем... Так, ну это, конечно, что-то... Что-то у меня тут проблемы. Кому-то нужен поселенец или нет? Куплю. А тебе он не нужен, что ли? Ну, у меня своих два. Ходят. Тут просто у Венгрии такой хороший поселенец ходит. Собираю, куплю. Так, теперь давайте святилище, чтобы сразу разнести веру. Я бы прямо сейчас собрал отбиться бы, кто помог потом. А, слушайте, я еще и караван могу до Венгрии умирает. Прикупить. Ладно, давайте оборонительную тактику пока. Походу я... А, нет, это игры развлечения надо. Кто ливнул в прошлый раз? Почему? Мне захватят столицу, и я ливну. Нет, так это... Это ж можно, когда у тебя столицу захватывают. Ну, хочешь, я не буду забирать столицу. Чтобы ты остался. Так, не-не-не, давай уж. Если ты полной войной, то полной войной. Не надо тут издеваться. Чтобы я с одним городом... Блин, мне тут вот надо где-то город ставить, получается, чтобы он влиял. Ты же понимаешь, вот ты сейчас захватишь этот город. Минус 4. Слева сверху, справа сверху ты заблокировал меня. Снизу у меня полный... Слева я тебя заблокирую. И мне некуда будет развиваться. О, плюс 4. Кстати, можно ставить сюда. Потому что эти тропические леса я не буду вырубать точно. Так, значит, шоколад. Мне еще плюс тут надо караван будет как-то прикупить. Так что правильно я там строю. Караван 115. Чуть жадность меня не погубила. Ну, кстати, религию, когда буду, когда будет основана религия, это плюс к лояльности начнется. Так что думаешь, мне бы что побыстрее. Один узник кто-то сможет против моих двух? Это сделать бы. Так, закончим со скаутом. Ну, за 15 ходов я выйду в героический век, слава богу. То есть, по идее, если я удержу этот город, то в героическом веке это все будет зашибись. Нубия в золотом. Интересно, где она там? Нубия вообще кого-нибудь кроме меня встретила? Только Кри. Класс, Нубия только меня и Кри встретила. Челиню, а кого ты еще четвертого встретил? Тебя не слышно, если ты сейчас что-то говоришь. Грека, поляка. Поляка, вот гречанин. Поляк у нас где? Поляк за греком. А, понятно. Ну, то есть я понимаю, что тут у нас Нубия получается, Валера, тут раз, Англия. Валера, что-то мне в личку, я тебе не просто скажу. Это же не вот относится это. Так прям к игре. А мне без информации. Ты либо про физику пиши мне, либо не пиши вовсе. Да-да. Ну, Валера, ты, у тебя уже второй страйк. Угу. Ты прям... Написал ему в личку, отдавай поселенца или город штурмом возьму.
по краю какое ходишь, ставить священное место, поэтому я бы сходил рабочим, как раз вырубил эти клетки и как раз под... А вот здесь можно военный лагерь. Ученичество за замками, жесть, конечно. Это дерево технологии вообще такое, на долгую игру рассчитанное. Так, там тундры уже. Да, ну, в принципе, тут, конечно, куча места для городов, но просто они не подходят. Просто эти места не подходят. Блин, а тут где город ставить? Ну, вот получается, где-то вот так надо поставить город, не на реке. У меня, может, священное место будет на реках. Нормально это. Но сам город, получается, надо где-то будет тут бахать. Так, не знаю, пока куда этого рабочего. А, мне больше нечем ходить. Так, когда у меня религия? Так, 5-3 хода получается. Так, тут уже увеличивается, слава богу, лояльность в этом городе. Что все не так уж плохо на сегодняшний день. Так, хорошо, что ж мне этим рабочим? Ну, не хочу я эту медь обрабатывать, она какая-то слабенькая. Может пойти к соли этой? Сколько будет стоить выкуп клеток? 40 и там еще больше. Слушайте, а строительство где? Блин, мне бы строительство, конечно, открыть скорее для ускорения. Может, водяную мельницу? Давайте в Анхартхоме водяную мельницу. Да. Таким образом я строительство открою и появится... Лесопилки, блин, все равно что этим рабочим обрабатывать не очень понятно. Ладно, давайте, наверное, ферму тут поставлю. Останется один заряд, вот им пойду к соли. Пока все очень плохо. Ну, хотя 13 дней, ну, 24 культуры у Кри. Очень, очень неплохо. Так, теперь у нас 25 и плюс... Ну, вообще уже плюс 2 вход должно быть. А еще будет плюс 3 сейчас в Вимаяпуре. И это, кстати, крутой будет... Город... крутое священное место. Так, смотрим, что тут по лояльности. Интересно, вот эта лояльность от... От Кри или от Англии? Ну, где-то вот здесь. Либо здесь, либо здесь можно поставить город. То есть будет акведук. Куда-то туда, кстати. Тут еще священное место, я смотрю. О, слушайте, тут на плюс 5. Так, я себе меняю свое мнение. Я сюда хочу. Священное место. Тогда там не вырубаем пока. Тут надо бы рис обработать, я думаю, чтобы город рос. Пиши, Кри, а что у тебя такая армия? ГГшку не хочу. Понял. Я вроде тоже как-то армию строил. Я тут... А, что-то как-то выглядит... У меня уже мечники просто. Угу. Надеюсь, под ГГшку он не меня имеет в виду. Ну как? Ну, он, конечно, захватит этот город. А дальше упорка будет. А нафига ему вообще мои города, например? Ну хотя это тут хороший город. Хочешь не принимать предложение? Слушайте, дайте-ка я пойду смотреть на него. Чем мне держать юнит в городе, правильно? Так, и этим давайте сюда пойду. И как раз открытые границы мы с ним договоримся. Он хотел. Но мне, конечно, выгоднее всего караваны будут Кри. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!